Всем привет, друзья! Вы на канале Дудаплей. Мы продолжаем играть в Hills of Steel. Давайте выберем Крушитель Луны. И у нас есть денежки, можно покрасить танк. Скажите мне, какой покрасить? Может быть, вот этот маленький? Я его хочу такую покрасочку сделать. Ну, пока он достаточно-таки слабенький. Поэтому давайте выберем наш танк Феникс. С Фениксом поиграем. Тем более у него окраска какая красивая. Так, давайте постреляем. На тебе огня. Давай, едь сюда. Так вот, следующий. Ой, какой ты шустрый, а. На, получай. Так, этих тоже сейчас поджарим. Готов. Так, а вот этот малыш не хочет ехать. На. Хорошо, что ты долго не сопротивлялся. Ой-о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 й. Какой быстрый-то, а. На, тоже тебе поджарим. Так, 6 танков было, ребята, в прошлой серии. 50 танков было. Так, а здесь сколько? Их тоже очень много. Смотри, как они меня отщелкивают, а. Так, скоро будет босс. Давайте подлечимся сразу. Хорошо. Не супер прям, но нормально. Все, вот и босс. Едет босс наш, армада. Это не хороший босс. Мне он не очень нравится. Видишь, как он стреляет, да? Вот, все, прошли моего босса. Подлечимся. Едем, смотрим, кто там будет. Сейчас их будет немножко побольше танков. Опа! Опачки! На! Есть! Так, а этот гад будет медленно ехать. Смотри, что он творит. Что он творит-то, а? О-о-о! Пошли лазерные танки. Так, все, поджарили. Так, 3 танка было, что ли? А, вот еще едут. Вот еще 3 танка, ребята. Так, на. Все, поджарили мы. Хорошо, монетки заберем. Тихо-тихо, не перевернись-то, а. Аккуратненько, едь. Я хочу побольше танков уничтожить. Так, монетки, значит, сейчас будут танки, смотри. А, вот они, едут. А-а-а, ему нифига не делается от моего огнемета. Так, о, этот вонючка будет стрелять сейчас. Нифига, подожди, в смысле? Сколько вас тут много, а? Так, едь сюда ко мне. Готов. Так, подлечиться надо срочно. Так, есть. Тихо. На, огня тебе. Смотри, что творит, а? Так, это первый танк. Там еще, наверное, куча танков будет. Сейчас подождем, посмотрим. Нет никого. А, нет, едет. Едут, ребята, обычные танки. Но один лазерный. Все, мы их отщелкали. Давайте подъедем. Сюда Во, пошли лазеры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, что творят. Что творят, ребята? Давай этого сейчас поджарим. Ой, хорошо. Скоро будет второй босс, ребята. Ждем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Давай, едь сюда. На, поджарься. Есть. Босс. Кто у нас босс? Тут лазерная пасть. Ребята, лазерная пасть. А, давайте сюда подъедем. На этот холмик. Сейчас. Опа. Слишком близко не надо. О, хорошо урон, смотри, получает. Нормалек. Нормалек, ребятушки. Так, подлечимся. О, пошли. Сейчас будет много танков, кстати. Сейчас нужно будет аккуратно. Подлечимся сразу своим ремкомплектом.
Так, вот, здесь сейчас будет бригада большая ехать. Ладно, у меня огня много. На всех хватит. Так, до вас доходит мой огонь или нет? Вроде бы доходит. Опа, 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 опа. Тихо, 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 тихо. Есть. Так, еще едут. Но они не доедут слишком близко. Мы их поджарили. Мы их, ребятушки, поджарили хорошенечко таки. Ой, как много тут, ё-моё. И встал я прямо напротив них. Нехорошо. Они меня могут отщелкать, поэтому назад отходим. Ой, нифига, вообще, смотри, у меня сколько жизни мало. Давайте здесь встанем как-нибудь вот так вот. Будем жарить. Ой, попали все-таки. Попали в танк, уничтожили мой танк. Ёлки-палки. А сколько монет? Мы 335 монеток заработали. Ну что ж, давай попробуем зимнюю войну. Возьмем танк Титан с Титаном. Играем на звезду. Ой-ой-ой-ой-ой, на! Так, играем на звезду. Нам нужно, ребята, дождаться босса. И уничтожить босса. Да ё-моё, ты что такой вонючий, а? Блин, смотри, как он меня подранил, а. Второй танк всего лишь. Он нанес уже сколько урона. Так, где вы тут? Танки. Едет. На! Отдыхай. Ждем. Где? Так, никого нету. Монетки только лежат. Так, одного выстрела тебе не хватает? На тебе второй. Опа! Смотри, да вы что такие мощные-то? Я не понял. Одного удара, видите ли, мало. О! Смотри, их ранит. Это волна. Так, давайте мы отъедем сюда. И сейчас будем отсюда стрелять в них. Опа! Попал, нет? Тихо, ну ты чё? Ну ни туда, ни влево, ни вправо, смотри, а. Смотри, я подняться не могу. Странно. Так, этот гад сюда подъехал, да? Смотри. Они якобы не могут подъезжать. Они все умеют. Только у них тактика такая. Хитрая. Хитрая тактика, ребята. О, попал. Еще раз. Опа, а нет, мимо. Сейчас я подъеду поближе. Да, все-таки надо будет. Блин, ладно, едем. Едем прям на огонь. Смотри, что творят, а. Пришлось так убить, но они как крысы себя ведут. Очень тяжело. Конечно, с такими игроками играть. На. Так, это тоже, смотри, гад что делает, а. Нафиг, нафиг надо отъезжать. Вот здесь встанем. На холмике. Хорошо. Уничтожили. Там еще один какой-то был. Мне кажется, танк. Ага. Все, готов. Давайте подлечимся. Немножко подлечились. Очень тяжело получить звезду вот здесь. Вот. Просто очень тяжело. В онлайне легче звезды получать. Намного. Но в онлайне куча реклам. Куча просто. Просто неимоверное количество рекламы. Одна сплошная реклама. Так, они меня сейчас загасят. Своими бомбочками маленькими. Поэтому надо немножко отъехать. И здесь стрелять. Так, попадаю? Нет, я в кого-нибудь там. Да. Кого-то я попал. Смотрим. Никого нету из танков. А, вот еще один. На! Едь ко мне.
Так, мимо. Попадание. Уничтожение. Есть. Я прям в полете стреляю. Ой-о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 й
А он сам себя убьет. Есть. Наконец-то такие ребятушки босс. Дождались. Армада. Так, ладно, мы сейчас тебя будем здесь стрелять. Раз. Два. Да ё-моё, смотри, а. Как он сильный. Все, они наконец-то уничтожили. Да, получили звезду. А монет всего лишь 30 заработали. Это вообще очень мало, 30 монет. Так, есть одна звездочка, ребятушки. Ну что ж. Будем на этом, ребят, заканчивать ролик. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Передавайте приветы. Всем пока-пока.